против него вот такой баптистерий тоже шикарный вообще. Вот. Прикольно. Рабочая одежда, спецуха, спецодежда для погружений. Да, он реально прикольный. Ого, здесь сколько спецодежды. Блин, как прикольно, кафедра. Этот баптистерий вообще пустой. Купол белый, закрашенный. Конечно же, происходит реставрация. Но сама ванная чаша, это баптистерийская, она прямо посередине огромная, больше, чем во Флоренции. Интересно, кто сделал эту самую? Может быть, тот же знаменитый... Забыл фамилию.